Привет! И перед началом сразу хочу отблагодарить всех, кто откликнулся с прошлого моего видеоролика, а именно помогли финансами. Спасибо вам огромное, вы накидали аж в общей сумме 300 рублей. Это сейчас на данный момент для меня очень большие деньги, спасибо вам. Осталось собрать всего лишь 1200, ну как всего лишь, это вообще очень много на самом деле, но надеюсь мы с вами сможем. Также киви оставлю в описании, только если вы будете еще скидывать, то подпишитесь как-нибудь, а то скинули деньги, а я даже не знаю, как вас зовут, ваш никнейм, ничего подобного, чтобы обратиться к вам в видеоролик и отблагодарить. Так что подписывайтесь там, оставляйте имя или никнейм. И наконец-таки у меня прошел бан трейда, так что ссылочку на трейд я тоже оставлю в описании. Кто хочет поддержать вещами, милости просим. Все донатящие будут попадать в видеоролик. И все донаты, соответственно. Что ж, я заметил прям огромную, прям гигантскую активность на первой части с этого от подписчиков. Поэтому я решил сделать сразу же вторую, без промедлений. Если ближе к первой части с этого в Дискорде было очень-очень мало, сейчас же их там около 200. Да, вы за одну ночь умудрились около 200 сетов скинуть. Это, конечно, очень круто, это прям гигантская активность. Что ж, все, что-то я уже затянул, и первый сет прислал нам в трейде. Это тот самый сет, который раньше был у него на аватарке в Стиме. Он якобы являлся его основным, да? Только я в этом сете его видел максимально редко. Следующий сет нам прислал Маразмус из Хир. Я не знал то, что из таких шапок можно сделать такой прикольный сет. Вы реально посмотрите, шапки, если отдельно их одевать, кроме Жака Потрошителя, выглядит максимально ущербно. Но вот это вот очень круто. И сет также называется Похититель душ. Следующий сет прислал нам Альфа 995. И называется он Оленяшка Доу. Это самый ламповый сет из всех, которые предлагали. Поскольку, ну, блин, милый сет. Милый. Следующий сет меня заставили сюда вставить под предлогом угрозы. Мне сказали, если я не вставлю этот сет, то вот этот придет ко мне и заберет все мои шапки дороже одного рефа. А, стоп, у меня же нет шапок, а дороже одного рефа тем более. Чего я тогда боюсь? Ну, все равно, посмотрите на сет, довольно-таки прикольный. Следующий. Прислал нам Драк Скорб. И сет называется «Призрак без лица». Сет на Хэллоуин, но довольно-таки прикольный. Мне понравился. Этот сет прислал нам Ярик. Сет очень дорогой, но зато посмотрите на него, ведь он реально похож. Ведь это Кощей Бессмертный. Блин, мне очень нравится, когда скидывают сеты из каких-то фильмов, мультиков. Ведь некоторые мультики или фильмы могут вызвать дикую ностальгию. И это довольно-таки прикольно. А следующий сет нам прислал ютубер. Уже второй ютубер в ролике. Но что я могу поделать, если они кидают сеты и к тому же подписаны на меня? Да? Да. Это Джона Мейк. А, так ты еще не знаешь, что такое Джона Мейк? Так вот, парень делает годные видеоролики по Тим Фортесу. Особенно для его возраста это просто идеальные ролики. И если он не забросит свой YouTube канал, из него выйдет очень-очень хороший ютубер. Но для этого ему нужна наша поддержка. Поэтому давайте зайдем на его канал по ссылочке в описании, подпишемся и поставим лайк на все видеоролики, какие только возможно. Следующий сет нам прислали опять-таки из фильма. Его прислал Трейнбэк и называется он «Красный череп». «Красный череп» — это довольно-таки интересный сет, который подходит не только на поджигателя. Его собрать можно еще и на спае, но на спае он будет куда дороже. В моем видеоролике про сеты на спае был данный сет. Можешь посмотреть, если тебе интересно. Далее нам сет прислал Пикап Мастер. Этот сет называется Истребитель. Все хейтили новые аксессуары из-за того, что насколько они ущербные. Ну, отчасти это так. Но, видите, из нового аксессуара тоже можно собрать, в принципе, годный сет. Главное, фантазия. Следующий сет от Джакамо Флатано. Это сетик на инженера и называется он Шериф. Очень интересное сочетание шапок. Также необычен тот факт, то, что второй ролик подряд мы заканчиваем сетом на инженера. Ну да ладно. А если ты хочешь попасть в данную рубрику, то заходи в мой Discord сервер. Ссылочка на приглашение есть в описании. Заходи и предлагай сет. И он попадет в следующий видеоролик. Также сеты, которые не попали в ролик, вы не расстраивайтесь. Попадете в следующий, потому что реально около 200 сетов, я же не могу их в один ролик вставить, правильно? Тогда ролик где-то на час выйдет. А на этом мы закругляемся. Меня зовут Дрим. Увидимся.